более сотни видеороликов за 4 месяца выпустила на собственном детском YouTube-канале многодетная крымско-татарская семья. В главной роли дети семьи Карачуль. О чем снимают ролики, расскажут мои коллеги. Это Назлы, Хатидже и Эльмаз. Они героини YouTube-канала «Мисс Карачуль». На видеороликах девочки показывают, как готовить национальные крымско-татарские блюда, танцуют, поют, учатся и рассказывают стихи. И все это на крымско-татарском языке. Мы хотим привить детям любовь к родному языку, чтобы уши привыкли к языку, чтобы они дома в интернете смотрели видео на родном языке. Все видео родители девочек снимают сами на мобильный телефон. Даже начинает спорить. Это мое стихотворение, а это моя песня. Ты не будешь ее петь. Первое видео на YouTube-канале семьи Карачуль появилось 4 месяца назад. И сейчас там уже более сотни роликов. Оксана Гуд.